Карьера молодого оперного певца Нематило Закрулаева развивается стремительно. В свои 24 года артист востребован в Театре оперы и балета. Молодой человек успевает преподавать и в музыкальном колледже Шымкента. На счету оперного исполнителя немало и наград за участие в различных конкурсах. Сегодня Нематило завоевал гран-при городского конкурса «Голос нации». Жюри конкурса Нематило Закрулаев покорил душевным исполнением песни Шамши Калдаякова. Я исполнял песню Шамши Калдаякова «Бахат Кушагында». Эта песня мне близка. Это написал сам король вальса наш Шамши Калдаяков. Я его творчество очень люблю. И именно этой песней я когда-то вышел впервые на сцену. За призовые места и ценные призы в конкурсе «Голос нации» боролись шымкенцы разных национальностей. Всех участников объединила любовь к музыке, песням и поэзии. Как и в каждом конкурсе, лучших выбирали по нескольким номинациям. Цель мероприятия – смотра каравана «Олт-Эне», то есть «Голос нации», является изучение казахской музыки, музыкальных инструментов, освоение казахского языка. И кроме этого, конечно, укрепление межэтнического содружества, мне кажется, взаимопонимание. Было сложно и просто, потому что были такие звезды, которые вот возгорались на небосклоне этого смотра. Это Нематулла, который получил этот гран-при. Это Павел Ким, который получил первое место своим. Коктудың Желбіреген. Это они выполнили, он выполнил настолько патриотично. Мне кажется, никто не остался вот именно таким сторонним наблюдателем. Все именно прониклись идеей этой песни. На конкурсе было представлено больше 80 концертных номеров. По словам организаторов, с задачей объединить представителей различных этносов, привить шымкентской молодежи любовь к государственному языку, культуре, песням и поэзии, они справились. Анастасия Новикова, Амантай Уйельбеков, Сергей Константинов, информационная служба телекомпании «Отрар».